приходит год молодой, а старый уходит вдаль. Снежинку грубкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой, ночной усильни, крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтал, спроси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Таксистов выдался напряженный. На черном «Лексусе» москвичи поспешили из областного центра в Ангарск. Только Валерия успела переодеться и привести себя в порядок после дороги и отправилась в ангарский дом малютки. Известные гости пообщались с брошенными ребятишками и вручили им подарки. Ангарским малышам звездная семья презентовала памперсы, игрушки и одежду. Вообще, на самом деле, я каждый раз я просто больная ухожу вот из этих домов малюток. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы оставить вот свое, тобою рожденное. Мне трудно это вообще понять. И чем провинились эти дети? Что неплохого сделали? Когда уходит год молодой, а старый уходит прочь. Да но мечте свершится любой, такая уж эта ночь. Затихнет все и закрыт вокруг преддверий новых дней. И обернется свежий друг, жар птицы в руке твоей. Валерия заявила, что постарается посетить каждый детский дом в городах, в которых намечено выступление. Певица решила отдать гонорары, заработанные во время гастрольного тура по России, детям, оставшимся без родителей. Чем больше мы ездим по городам, больше становится понятно, что невозможно всем помочь, во-первых. Во-вторых, конечно, существует эта проблема, ее как-то нужно вместе решать. То есть невозможно это бросать только на плечи людей, которые ухаживают. И, может быть, просто вот где-то, если есть возможность найти какой-то ключ к возможности дать жизнь. Это ведь поколение, это будущее России, будущее страны. Рублей со своего счета в приюты Хабаровска, Биробиджана и других городов на Дальнем Востоке. Певица посещает детские дома практически во всех городах, где проходят ее концерты. Иногда и в соседних, как только выдается пара свободных часов. Удалось заехать и в Ангарск. Наш дом ребенка содержится за счет региональной казны. Приют областного значения. Но приятно удивило гостей то, что частные люди, предприниматели и просто неравнодушные помогают детишкам. В нашей стране, говорит Валерия, благотворительность совсем не развита по сравнению с Западом. Мне кажется, что вообще нужно в этой жизни делать добрые дела. Вот это касается всех и каждого. Каждый, кто как может, сколько может, он должен помогать людям. Не только думать о своей семье, но и чуточку дальше. Мне кажется, тогда просто жизнь у нас будет другая. Материал подготовлен при содействии телекомпании «Медиаквартал». Часы 12.